Сеньора Альмерина, лишившаяся руки вследствие инцидента, не так давно обрела полную автономность. Бионическая рука, которая выполняет те же функции, что и обычная, была пересажена несколько месяцев назад. Разработка политехнической школы в Лозанне не столь давняя, но уже используется в больничной практике. Сеньора Альмерина стала первой итальянкой, получившей подобный протез. Операцию провел профессор Россини. Пока мы работаем в тестовом режиме, исследование длится более полугода, а не прежние несколько недель. Рука полностью сенсоризирована. Мускульные импульсы передаются непосредственно в соответствующий отдел головного мозга пациентки. Как сообщается, этому протезу требуется несколько подгонок, но и в этом виде можно пользоваться.